Отдаленные районы Горного Алтая. Ангудайский, Улаганский и не только. Теперь эти кадры украшают стены алтайского филиала президентской академии в Барнауле. Евгений Борисов собрал на этой выставке фотографии Горного за последние несколько лет. Фотограф неоднократно становился победителем международных выставок. Евгений активно путешествует. Фотограф посетил уже около 70 стран и может уверенно сказать, что Горный Алтай – одно из самых красивых мест в мире. На самом деле Чуйский тракт, на мой взгляд, входит, наверное, в топ-3, наверное, лучших дорог мира. И это подтверждают мои коллеги-фотографы, не только приехавшие из России, но и из зарубежья. Для них Алтай так открылся, что они в свои топ-3 поставили эти места как лучшие места в мире. А это еще одно арт-пространство в Академии, которое теперь тоже украшают снимки Евгения Борисова. Только здесь уже животные из разных стран Африки – Ботсвана, Намибия, Танзания и не только. Кстати, по словам автора выставки, порой фотограф делает тысячи кадров в поездке и может остаться довольным 2-3 снимками. Кстати, к командировкам Евгений тщательно готовится. Все-таки работа в дикой природе. Ни один кадр не стоит жизни. И каждый фотограф, особенно дикой природы, всегда готовится к своим поездкам. Он знает повадки животных и знает, где его найти. В ближайшее время Евгений Борисов планирует поехать в Индонезию, Борнео, поснимать орангутангов и в Пакистан, чтобы запечатлеть снежных барсов. Николай Потешкин, Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком.